С начала будущего года по ней начнут курсировать автобусы номер 2 и 94. Это, как поясняют власти Сочи, позволит разгрузить улицу Горького, по которой каждый час движется почти по 270 автобусов. Изменения коснутся и количества городских маршрутов. Дело в том, что на курорте есть так называемые дублирующие маршруты. Так, например, движение автобуса номер 3 практически совпадает с номером 43. Муниципальную тройку уберут вообще, а в 43-м поменяют подвижной состав на более комфортный и удобный для инвалидов и пассажиров с детьми. Дублирующие рейсы номер 17, 47, 57К, 105К, 110, 118, 124С, 135К и 180 также будут отменены. При этом транспортная доступность социальных объектов не пострадает, говорится в сообщении.